Здравствуйте, дорогие друзья. После долгих походов сегодняшних, посещения всех музеев, пришли в маленький уютный ресторанчик в Кракове на улице Мостовой 2. Название двойное. Сейчас не смогу выговорить, просто не помню. Вот такой небольшой зал. Мы тут сели с девушкой. Здравствуйте. Скажите, что мы заказали сегодня? Заказали цепелин и плиску. Вот, плиску забрали последнюю. И, жареную свеклу, квашеную капусту. Все очень вкусно, просто. То есть очень все как бы цивильно, уютно. Сидим, отдыхаем, потому что находились, капец просто. 11 километров у меня сегодня. 11? 11. Это у тебя вчера было. Сегодня мы еще не успели 11 доходить. Но все равно. Ноги гудят с непривычки. Такие картины здесь у нас, видите. Такая уютная обстановка. Ну что, что мы скажем? Всего всем самого хорошего. Приятного аппетита. Пока.